Здравствуйте, дорогие друзья, рада приветствовать вас на нашем канале. Сегодня у нас на обзоре кресло-коляска Yamaha с электроприводом. Очень комфортная маневренная коляска. Подойдет как спинальником, так и шейником. В чем преимущество данной модели? Она очень легкая. Вес ее составляет всего 30 кг. Она складная, что облегчает перевозку автомобиля. Спинку также можно сложить. Очень все компактно, все продумано. У данной модели установлены литиевые аккумуляторы, запас хода до 20 км в час. Вот здесь находится аккумуляторный кейс. Аккумулятор очень легко достается для транспортировки. Аккумуляторная батарея идет 6,7 ампер-часов. В данной части расположен кармашек. Также коляска оснащена регулируемыми подлокотниками по высоте. И также они откидываются. Коляска имеет два режима езды. Здесь находится переключатель в обычный механический. Двигатели не создают никаких помех для езды. И также можно переключиться в электрический. Очень маневренная, легкая в управлении. Максимальная скорость данной модели 6 км в час. Также при перестановке пульта под левую, под правую руку, вот здесь расположена такая вот накладочка, которая, так сказать, для удобства использования. Она также переставляется слева направо, справа налево, для либо так, чтобы было вам удобно. Большой джойстик высокий, то есть удобно будет как и шейником управлять. Он прям очень мягенько нажимается, прям практически без прилагаемых усилий. Все очень продумано. Максимальный вес пользователя для данной модели составляет до 100 кг. Это ее заявленные характеристики. Ну, до 110, в моем случае я вешу 110, я сидел комфортно, коляска даже их не чувствует. Глубина подушки 41 сантиметр. Ширина сидения по подушке 39,5. Между подлокотниками 43. Высота спинки 37,5 сантиметров. И самый, так сказать, для многих важный параметр. Общая по базе идет 62,5, но округляйте 63 на всякий случай. 63. Также установлены антиопрокидыватели, то есть при их ненадобности их можно убрать вот таким легким движением. Подножки отводятся в сторону, съемные, все очень легко. Напоминаю, максимальная скорость данной коляски 6 км в час. Литионный аккумулятор вот в таком небольшом кейсе. Очень удобный и очень удобно заряжать. Коляска со складным механизмом, она два в одном идет, то есть можно управлять как при помощи пульта управления, так и на свободном ходу механическим путем. Коляска очень хорошо подходит для путешествий. Удобная, компактная, с
самое главное, всего 30 килограмм веса. Мне очень-очень комфортная коляска в плане управления, прям все отзывчивое, максимально отзывчивое управление. Ну, даже видно, что регулировка плавная. А, вот еще момент. А тут включается блокировка. Это блокировка включилась. У меня также она включилась, да, в прошлый раз. Когда вот так резко заезжаешь на какой-то угол подъема. Вот это не знаем, плюс это или минус, конечно. Да, слушай, она прям, если ты резко... Да, если ты резко въезжаешь на какой-то угол, резкий подъем, то срабатывает вот такая вот блокировка. Очень классная коляска, маневренная. Ну, чтобы прям вот прочувствовать и убедиться в этом, нужно приехать к нам в магазин, пока она еще у нас, так сказать, на тест-драйве, и покататься на ней. Данная модель коляски была предоставлена нашими партнерами из Владивостока для тест-драйва. Проверьте ее, ходовые качества, посмотреть как и что. Пока коляски находятся у нас еще в магазине, вы можете подъехать, посмотреть сами, убедиться в ее качестве исполнения, в ее ходовых характеристиках. Мы будем только рады, все продемонстрируем, все покажем. Также не забывайте, что у нас в магазине присутствуют другие инвалидные коляски с электроприводом, также и механические, и много-много сопутствующего оборудования. Будем рады, приезжайте к нам в магазин. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч!